все готово к началу нашего сегодняшнего матча. Георгий Черданцев. Судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Команда гостей. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Все готово к началу нашего сегодняшнего матча. Георгий Черданцев. Судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Команда гостей. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Все готово к началу нашего сегодняшнего матча. Георгий Черданцев. Судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Команда гостей. Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Душан Тадич. Де Йон. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Сохраняет игрок мяч в непростой ситуации. Урби Эммануэльсон.